неугодных высылать. В Баварии представили концепцию национальной безопасности и иммиграции. В Германии может действовать подполье неонацистов. Сколько их и где они прячутся? Не стало Романа Херцога. Бывший президент ФРГ ушел из жизни в 82. Все нипочем. Volkswagen на фоне ареста топ-менеджера представил новое авто. Правительство Баварии предложило свою концепцию национальной безопасности и иммиграции. Она предполагает ускоренную депортацию беженцев, у которых ранее были проблемы с законом, и новые формы обмена данными между европейскими государствами. У нас четкая позиция. Все страны Евросоюза, которые еще этого не сделали, должны присоединиться к Прюмскому договору. Тогда все они получат доступ к базам данных ДНК и отпечатков пальцев всех людей, которые прибывают на территорию Европы. А если некоторые страны, например, Греция и Италия, не сделают этого и дальше будут игнорировать обязательства, которые они на себя взяли, то их жители могут столкнуться с ограничением свободного пограничного движения. Напомним, Прюмский договор был подписан в мае 2005 года в немецком городе Прюм. Его подписали представители Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Испании. Главная цель этого договора – сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Все стороны, которые его подписали, могут свободно обмениваться информацией о ДНК, отпечатках пальцев и регистрации транспортных средств тех людей, которые зарегистрированы в этих странах. Прюмский договор подписали вне рамок Европейского Союза, однако присоединение остальных стран-членов ЕС только приветствуется. В Мюнхене продолжается суд над членом группы неонацистов НСУ Беата Тшепе. Тшепе – единственный выживший член правоэкстремистской террористической группировки, действовавшей в Германии с 1998 по 2011 годы. По данным обвинения, с 2000 по 2006 годы члены этой группировки убили 8 немецких турок и 1 грека. На днях эксперты должны предоставить отчет о вменяемости обвиняемой. Его должны были предоставить еще в декабре, однако по просьбе стороны защиты консультации экспертов вместе с самим отчетом перенесли на начало января 2017 года. Медики должны установить, вменяема обвиняемая или нет. Это очень важный момент. Он повлияет на подготовку предварительного заключения. Ранее немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» писала о том, что Беата Тшепе психически здорова и может в полной мере нести уголовную ответственность. Но позднее стало известно, что психиатры не исключают у нее расстройство личности. Другой темой для разговоров в этом громком деле стали огромные судебные издержки. По сообщениям СМИ, они уже превысили 50 миллионов евро. Представители суда не подтвердили эту сумму, но согласились, что стоимость процесса оказалась немалой. В процессе задействовано большое количество обслуживающего персонала, особенно для обеспечения безопасности. Также он требует огромных материально-технических усилий. Адвокат обвиняемый работает как общественный защитник. Только его работа обходится в несколько тысяч евро ежедневно. По мнению экспертов, обнародование отчетов психиатров ускорит ход судебного процесса. Он может завершиться уже до сентября. Судебный процесс по делу Тшепе идет с мая 2013 года. В Германии может существовать мощное неонацистское подполье. Об этом пишет Deutsche Welle. По словам экспертов, оценку которых приводят журналисты, в ФРГ могут жить до 23 тысяч сторонников ультраправых идей. Не все они преступники, но и преступников среди них немало. Издание приводит данные о количестве ордеров на арест неонацистов. Эту информацию полиция обнародовала по запросу партии Линке. За весь прошлый год выдали около 1000 таких разрешений. Причем большая часть арестов, около 600, пришлась на декабрь. Из этого издание делает вывод о том, что полиция вышла на тропу войны с праворадикалами. По каким именно статьям задерживают неонацистов и какие обвинения им предъявляют, издание не уточняет. Известно только, что обвинения по политическим статьям получили 92 человека. О росте количества праворадикалов в Германии говорят и в Федеральном ведомстве по охране Конституции. Резко выросло число преступлений, совершенных на почве ксенофобии. Ведомство оперирует данными за 2015 год. По сравнению с 2014, количество преступлений на почве ксенофобии увеличилось в 5 раз. В своем новогоднем послании Ангела Меркель назвала главной угрозой Германии исламский терроризм. Но не менее опасным может быть терроризм и радикализм и другого толка – ультраправого. Первый президент Объединенной Германии Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет. Сначала о его смерти сообщило агентство ДПА, позднее эту информацию подтвердили в ведомстве федерального президента.
Херцог занимал должность президента с 1994 по 1999 годы. Он принадлежал к партии «Христианско-демократический союз». На посту главы государства был известен своими выступлениями в поддержку реформ. По инициативе Херцога в Германии в 1996 году был учрежден День памяти жертв Холокоста 27 января в годовщину освобождения Освенцима. Также с ним связывают еще одну новую традицию – ежегодное обращение к нации с берлинской речью на важные общественно-политические темы. По истечении первого президентского срока Херцог не пошел на переизбрание, но продолжил активно участвовать в общественной жизни страны. Президент Германии Йоахим Гаук назвал Херцога, цитата, «поразительной личностью, которая сформировала представление Германии о себе и правила сосуществования в нашем обществе». Конец цитаты. Высокопоставленного российского дипломата обнаружили мертвым в его квартире в Афинах, сообщили в греческой полиции. 54-летний Андрей Маланин работал заведующим консульским отделом. В этот день он не вышел на службу. По данным правоохранительных органов, тело обнаружил один из сотрудников диппредставительства на полу в спальне. Следов взлома и признаков насильственной смерти видно не было. Тем не менее, следователи не спешат с выводами. Результаты судмедэкспертизы пока не готовы. В российском консульстве в Афинах сообщили, что смерть наступила по естественным причинам. Два мощных взрыва прогремели в столице Афганистана. Погибли не менее 20 человек, десятки получили ранения. Нападения произошли в час пик в оживленном районе Кабула. Как заявляют власти, сначала около здания парламента страны себя подорвал смертник, после сработало взрывное устройство в машине. Один из местных жителей описал случившееся. Я был в мечети и молился, когда услышал звук взрыва. Он напугал меня и детей, находившихся внутри. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан». Целью атаки, как заявляют боевики, был автобус с сотрудниками Национального директората безопасности афганской разведки. Volkswagen презентовал новые автомобили на автошоу в Детройте. Это электромобиль ID.Buzz, который многим напомнил автобус этой марки из 1960-х годов, а также кроссовер Atlas, который поступит в продажу уже в этом году. Несмотря на то, что накануне стало известно о задержании одного из топ-менеджеров компании в США, глава североамериканского подразделения автоконцерна Хинрих Вопкин лично присутствовал на презентации. Я могу лишь сказать, что мы вчера очень сильно удивились этой новости. Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительством и не можем комментировать расследование. Накануне глава отдела по соответствию нормативным требованиям в США Оливер Шмидт должен был предстать перед судом в Мичигане. Именно он в июле 2015 года, за два месяца до разразившегося скандала, проинформировал руководство автогиганта о манипуляциях с показателями выброса выхлопных газов дизельных авто Volkswagen. Предположительно, уже завтра станет известно об окончательном соглашении компании с американскими властями по урегулированию дизельного скандала. По сообщениям СМИ, мировое соглашение может стоить Volkswagen 3 миллиардов долларов. Ранее Volkswagen договорился с властями США о ремонте или выкупе 80 тысяч дизельных авто с трехлитровыми двигателями, среди них Audi и Porsche. Очень важно, чтобы процесс выкупа дизельных авто, а также их регулировки прошел хорошо. И тут мы будем работать в традициях немецкого качества, профессионально, так, чтобы наши клиенты остались довольны. Я очень надеюсь, что нам удастся вернуть доверие наших покупателей. Напомним, так называемый «Дизельгейт» разразился в 2015 году. Тогда американские власти начали в отношении Volkswagen расследование. В результате руководство автоконцерна признало, что специально занижало показатели выброса выхлопных газов. Во всем мире было продано 11 миллионов таких автомобилей. При этом на самом деле загрязнение газами дизельных машин Volkswagen в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал уже стоил компании более 18 миллиардов евро. Свои посты покинули давний глава концерна Мартин Винтеркорн и руководитель американского филиала Volkswagen Майкл Хорн. В швейцарском Цюрихе прошла церемония вручения футбольных наград, которые по итогам 2016 года присудила Международная федерация. По версии FIFA, нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком.
Минувший год оказался одним из самых успешных в карьере футболиста. Он выиграл все главные турниры, включая Евро-2016 и Лигу чемпионов, и собрал престижные награды. В декабре португальцу в четвертый раз вручили золотой мяч и признали игроком года на Globe Soccer Awards. Сам Роналду назвал 2016 годом мечты. По словам футболиста, у него не было сомнений, что и FIFA признает его лучшим. Честно говоря, я был уверен, что выиграю этот приз. Это фантастика, когда усердно работаешь в течение года и выигрываешь командные призы, а потом индивидуальные награды. Это невероятно. Португальский форвард обошел по итогам финального голосования аргентинца Лионела Месси из Барселоны и француза Антуана Гризмана из Атлетика. Криштиану Роналду выигрывал этот приз уже 4 раза. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового времени n-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.